Вы на канале Сергея Матвеева. Сегодня я хочу поехать в Сочи. Покажу вам Сочи, что там происходит. Просто выходной день, поедем, посмотрим. Погода прекрасная. Все прекрасно. Просто сказка. Водичка теплая. Ух! Так, ну все. Прощаемся с Адлером и едем в Сочи. Решили вот остановиться тут на смотровой площадочке. На красивой, посмотрите. Сказка. Все Черное море перед вами. И слева Адлер. Итак, друзья, приехали в Сочи, короче, на улицу Новогинская. Это вот у вас в городе, знаете, самая центральная улица. И вот здесь также, то есть Новогинская, это как бы самая центральная. Вот пальмы вдоль растут. И вот в ту сторону там уже Морвокзал. Посетим сегодня Морвокзал, а также парк Ривьеру. Точнее, пляж Ривьера. Вот тут фонтанчик работает. Ноябрь, а у нас растут цветы в Сочи. И вот такая аккуратненькая аллейка. Посмотрите, сколько народу. Приехали на Маримол. Это самый большой развлекательно-торговый центр в Сочи. Сейчас пойдем посмотрим, что там есть, и вам покажем. Сейчас тут немного пошопимся и пойдем, короче, дальше гулять. Смотреть Сочи красивый. Такая толстовочка Рибок. Четкая, по-моему. Вот это вообще лютая толстовка. Мы пришли на пляж Ривьера. Здесь его обновляют. Здесь вот такая вот построена зона для отдыха. И летом здесь все в тени этих деревьев отдыхают. Или на тех лавочках лежат. Вот, значит, тут смотровая такая. Сейчас здесь будут люди смотреть, короче, закат. И вот слушать концерт какой-то. Вон там ребята с гитарой. Также здесь есть вот такая спортивная площадка, очень крутая. Это река Сочи. Так, вот шпиль морского вокзала, можно туда прогуляться. В общем, сейчас перед вами торговая галерея Grand Marina. Чисто сочинская атмосфера. Рыбаки ловят рыбу. Зазывают кататься. Это какой-то серьезный капитан. Непростой. Мы на морпорту, вот он перед вами. Раньше это был морвокзал при СССР, сейчас это просто порт. Вот такая здесь красота. Продолжаем знакомиться с прекрасным городом Сочи. Здесь раньше были очень интересные картины, висели. А теперь вот дяди повесили, герои операции Z. В общем, считайте, вы побывали в Сочи. Все самое красивое я вам показал. Ребята,